Всем привет, с вами Дэйв. И Хэмя. И сегодня я решил открыть новую рубрику под названием «Деревянные эксперименты». Звучит как-то странно, но я решил попробовать. Для сегодняшнего эксперимента мы решили сделать деревянные колеса на скутере и проверим, насколько долго они протянутся. Давайте, напишите в комментариях, сколько минут они протянут. Давайте, напишите прямо сейчас. Ну и лайк поставьте и подпишитесь, если вы не подписаны. Секунда или одна доля секунды? Мы уже сделали эти колеса и поставили. Вот так они по-офигенски выглядят. Вот только посмотрите, красота. Мы уже чуть покатались, да и вам скажем вот что. Наката никакого. Ну что ж. У нас эти колеса без подшипников, так что... Так что мы просто тупо просверлили отверстие и ставили осики. Так что вот. Ну что ж, давайте начнем экспериментировать. Ура! Чуваки, посмотрите, как у меня гремит самик. Такое ощущение, как будто подшипники в моем самеке уже давно разбились, если что, их там нету. Да ладно! Сначала попробуем покататься на них. Это... А это мой самик. Да, это его самик, а это мой самик. Смотрите, какое отличие от колесиков. Поверни вот так. Сейчас мы проверим, как далеко я смогу уехать на них. Так что давай, оператор, за мной. Ну ладно. Да ладно, я доехал до бордюра. Я вообще не думал, что они как-то будут ехать. Короче, мы узнали то, что колеса очень сильно скользят. А теперь испытаем их на прочность. Будем фиблить. Что ж, поехали. Как он это сделал? Чуваки, если вы собираетесь делать деревянные колеса, то не будете, такими ухами, как мы. Поставьте лучше подшипники. Может, немножко потрудитесь, зато у вас колеса будут вообще заебаться. Они у нас сразу, мне кажется, разобьются. Мы будем эти колеса мучить до тех пор, пока они не разобьются. И я тоже буду их мучить. Ха-ха. Давай. Попробуем. Поскользить! Ну, ты пока скользишь сразу после, как проскользил, спрыгивай, а то некрасиво получается. Так, ты их не разбил еще. А ты не боишься болт погнуть? Как его погнул? Не знаю. Я так понимаю, буковые колесики довольно жесткие. Вот. Это ж буквы все же. Ну что ж, давайте погоняем. Багета полная жесть. Это колеса какие-то тормозные вообще. Давайте, Паш, давай эти колеса назовем колеса-тормоза. Вот. Ну это мои как бы колеса. Схуяли. Ну как бы. Одно. Одно мое, другое твое. Ну мы как бы... Короче, это наше, вот и все. Короче, чуваки, извините, что я на телефон снимаю, но просто у меня камера села вообще. Сейчас мы будем доканывать эти колесики. Вот. Сегодня их планировал сломать. Но если у меня это не получится, или у нас это не получится, то... Будем их силой уже прыгать. Ну ты совсем тупой. Братчик попробуем. Братчик в машину. Ну, я не такой, чтобы его в полете делать, так что я просто вот так делаю. А им похер. Как неудобно. Да ладно. Мне кажется, у него бомбит. Давай, играй. Да не ссы, чё ты? Не ссы. Я парень лютый. Дрифт, я с боком. А им похуй. Да уж. Короче, что-то они вообще не хотят ломаться. Опа! Ну, о, смотрите, ты прям как кирпичом прохерачил. Я хочу дрифт. Давай. Попробуем прыгнуть высоко. Ку-ку-ку. Да им похер. Мне кажется, им вообще пофиг. Ну-ка дай-ка я. Чуваки, они что-то не хотят ломаться.
Мы их хотим, если честно, убить. Убить прям. Им... Да ты, ладно! Ты поставил вид! В одну! Вот вам совет. Делайте из бука колеса, если вы будете вообще делать. Но ставьте подшипники, качение. А не так, как мы просто отверстие стрелили. Ну, потому что и нам было... Срать. Потому что нам было впаду вообще ставить эти подшипники, вообще их покупать. Да. Вот. Ну, покупать-то ладно. Ну, покупать они довольно дорогие. Там, ну, потому что они там это... Самое... Ну, ты понял, короче. Они там в комплекте продаются. Что-то было? Или... Или чё, руки отбил? Да! Тебе не отдало? Ну потому что я мягко приземлился. Смотри, это от тебя походу. Бля. Дай-ка на колёсо смотри. Смотрите, я раздолбал асфальт. Чуваки, а колёса пофиг, вы посмотрите, они только это... Им насрать вообще. Вообще им насрать. Так, давайте еще раз сейчас. Да, сейчас. Деревянных колёсах-то вообще капец. Ну-ка, дай я потом поставлю. Давай. Тоже. На одну ногу! Вот так вот хотя. Бля, такое ощущение, что они трескаются. Это ж хорошечно. Для нашего видео. Давай еще раз. Давай. Снимай. Бля, в одну. Короче, чуваки, они вообще не хотят разбиваться. Вообще не хотят разбиваться. Сейчас, ну, иди туда, мало ли сломаются. Ну, сейчас. Да, я думаю, вряд ли. Надо было сосну брать. Короче, им пофиг. Вау, ты... Ты чуть прочерти... Бля, вот. Ты чуть прочертил. Нет. Нет. На моем телефоне тоже садится батарейка. Это капец. Чуваки, у нас уже камера села и телефон уже почти сел. Это капец какой-то. Болты мне не погни. Оськи. О-о-о! Ну все, мы их расфигачили. Аллилуйя! Аллилуйя, мы это сделали. Если вы хотите, чтобы мы сделали деревянный самокат, то поставьте очень много лайков под это видео. И мы обязательно начнем этот самокат делать. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Давай это расхреначим, поставь. Да нет, все уже. Все? Да. Ну ладно, давай это расхреначим. Да все уже. Да. Ну ладно. Так, чуваки, мы все же еще. Мы все еще хотим переднее расфигачить. Давай. Давай теперь я. Давай, теперь ты. Да. А ты поставь свое заднее. Нет. Ну ладно. Я заднее не хочу. Дай, хренач. Slow motion потом это все. Мне кажется, оно уже начинает херачиться. Уже 5%! Да, блядь. Меня очень сейчас быстро раздражается. Бля. Мне даже самокат немного жалко, чуваки. Стоп. Все, я это. Давай на мой. Короче, чуваки. Чуваки, блядь. Сука. Короче, чуваки. Да, бля, какой чуваки, блядь? Да что за... Всем привет, с вами Дэйв. И Хомяк, его лучший друг. Ну ладно. Зачем я это сказал? Ладно, давай еще раз. Всем привет, с вами Дэйв. А что ты меня бьешь? Я тебя не бью, я тебя только лупашу. А ты есть бить. Пух, давай. Сейчас. За нами кто-то идет. Ну что? А пох? Какая разница? Давай, на еще. Погнули. Да, на фоне погнули, типа это... Прикол. Ты чё, хуй? Ну, ладно. Всем привет, с вами Дэйв. И Хомяк. Еще раз.